Привет, друзья! Вы на канале Александра Орлова & Co. И мы сегодня вышли на улицу. Зима, и мы подумали, что нужно активный образ жизни вести и сегодня покататься на тюбинге. Вот он у меня, не знаю, видно вам или нет. Вот он такой тяжелый, зараза. Ну вот, собственно, мы поедем сейчас на горке с вами кататься. Проверим, как это. Получим с вами эмоции и драйв. Ребят, солнце в глаза светит, ой, аж глаза слезятся. Ну, прокатилась один раз с горки, сейчас я вам еще раз покажу, как это. Она ледяная такая, ну, не очень прям высокая, но дух захватывает. Так быстро разгоняется тюбинг, прям всем советую, кто еще не прокатился в этом году. Идем. Идем, второй круг у нас, второй круг. Морозный ветер такой, еще крем было намазано. А сейчас буду тюбинг поднимать на эту лестницу, она такая высокая, почти что кроссфит сейчас. Ой. Ну да. Ребят, я села в тюбинг, хочу близко вам снять себя, эмоции, как это вообще страшно и захватывает дух. Сейчас я вам покажу вот горку еще разок. Вот она, вот мои ноги. Она такая длинная и довольно-таки крутая. Ну все, я поехала, в добрый путь. Готовы? Я готова. Главное за кольцо за вот это держаться. Приехали, ух, скатились, хорошо, мне понравилось. Ой, ребята, ну все, поехала я сдаваться, короче, горка высокая, страшная, ледяная, сейчас я буду ехать и... Что, друзья, я пришла на страшную горку. Я никогда на ней еще не каталась. Боялась ее всегда. Но ради вас, мои любимые подписчики, я решила рискнуть. Покажите горку. Страшно. Ну что делать? Сейчас попробуем. Ребята, еще мы сегодня нашли на этой базе голубятню. Раньше в России это было очень популярно. Чуть ли не в каждом дворе, если вы помните, были голубятни такие, да? Сейчас этого практически нет нигде. И вот здесь вот мы нашли. О, все выстроились, модельки. Ребята, мы с вами прощаемся. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Александра Орлова & Co. Ставьте лайки, пальчики вверх. Пишите комментарии. Мне сегодня очень понравился наш выпуск. Я думаю, он будет захватывающим, веселым и с адреналином. Может быть, пишите комментарии.